Молодцы! Молодцы! Зато душа я ты. Пусть говорят, что я немного маленький, да ничего, зато душа я ты. Это я мечтает прощания в любви. Это свидание из тебе. Это сердце, это дом. Ты, Свети цветочек аленький, и спускайся солнышком цветы. Пусть говорят, что я немного маленький, и чего зато большая ты. Свети цветочек аленький, и спускайся солнышком цветы. Пусть говорят, что я немного маленький, да ничего, зато большая ты. Пусть говорят, что я немного маленький, да ничего, зато большая ты. Хотим представить вам людей, благодаря которым состоялся сегодняшний праздник. Наш концертный директор Лариса Кашина. Молодки. Это наша концертная мамочка. Спасибо тебе большое. Звукорежиссер Михаил Смаглий. О, да. Красавец. Молодой. Молодой, кстати. Спасибо. Художник по свету Вячеслав Исаков. Он в окошке. Он как играет ярко. Спасибо, Слава! Вы на сцене те самые три парня из русской деревни, которые счастливы петь для вас. Александр Лихацкий, Владимир Макаров, Александр Бакин, а вместе группа «Санко». Спасибо огромное. Мы счастливы и видим, что счастливы сегодня все вы, значит, приехали мы сегодня. Не зря, да? Точно, и наверняка, как говорит мама Владимира Макарова, приедем к вам снова, как только так! Сразу! Спасибо, если кто-то...
Вдруг не успел купить себе диски, книжки, пожалуйста. Проходите в фойе. А мы еще раз всех вас благодарим и всех вас поздравляем с наступающим Новым годом! Счастья вам и любви! Сегодня с вами была группа Садко! Группа Садко! Спасибо! Не знаю. Ну, Нижний Новгород, сложно скрывать, как мы вас любим! До скорой встречи, друзья! Счастья вам и любви! И спасибо огромное всему коллективу 20-й раз за помощь в проведении концерта. Спасибо, что были с нами, до новых встреч! Все!